Снимая предыдущий тест в городе, я планировал ограничиться двумя. Но получилось так, что вылез третий тест, который оказался совершенно спонтанным. Это ночной тест. И, не побоюсь этого слова, он получился достаточно информативным и в то же время красочным. Хоть я и перемудрил с настройками видеосъемки. Тема ночной съемки у отеля заслуживает отдельного рассказа или показа, который я организую в ближайшее время. А сейчас тест дальности в городе без всякого читерства. Итак, как вы помните из предыдущего ролика, мы находимся в центре города-миллионника. И сейчас мы находимся прямо в этом самом центре. Как заметил в комментарии к предыдущему ролику Владислав Новоселов, я обещал подсказку, и он раскрыл суть подсказки, которая могла бы натолкнуть вас на мысль, в каком именно городе мы находимся. Респект и уважуха. Владислав, ты отлично знаешь географию. Или ты читер и живешь в этом самом городе. Но возникла проблема. Я очень долго искал в последние дни эту самую подсказку, и, как назло, ее нигде не оказалось. Поэтому мы пойдем другим путем. Погнали! Хочется отметить, что срабатывание автовозврата происходит практически мгновенно, сразу как только дрон полностью теряет связь с пультом. Имейте это в виду, если отправляете его по миссии. Ну что же, эти результаты намного более скромны, но они приближены к реалиям нашей городской жизни. Ваши мысли по этому поводу жду в комментариях. А у нас остался третий, самый жесткий и экстремальный тест. Поэтому, если еще не подписались, подписываемся, палец вверх или вниз. Но обязательно в комментарии укажите, по какой причине, чтобы я знал, где накосячил. И до новых встреч!